Всем привет, с вами Альфа-17. Когда дал другу поиграть своей клюшкой для гольфа? Хороший друг всегда напоит. Отлично. А у этого парня самый лучший друг на свете. Эй, ребята, а ну сюда. Когда жена купила новый девайс по уходу за лицом. Ты что, жену не узнаешь? Ты меня пугаешь. Пауки, несомненно, одни из самых прекрасных созданий в мире, особенно прыгающие. Касатки хотели съесть одного несчастного тюленя, и он нашел единственное спасение на лодке у людей. И касатки прекрасно знают, где он. Когда ребенок вырос в бандитском районе. Эй, ты что, пьяным водишь? А ну руки подними, не с места! Как вы думаете, кто же должен появиться из этой трубы? Ну, конечно же, полицейский. А кто же еще? Несколько дней назад в Нью-Йорке произошли небольшие волнения. Но у этого дедушки, по-моему, очень интересная книга. Это пустыня в Китае, и некоторые люди иногда любят там погулять, несмотря на то, что там сильное статическое электричество. Вообще-то такое бывает перед грозой, и гулять в это время крайне опасно. Как вы думаете, что же самое трудное на свете? Конечно, поднять карточку с пола. Признаюсь, у нас уже как-то забыли про эти карточки. Все делают оплату через телефон. Эта задача дается маленьким детям в районе 2 лет, для того, чтобы они сами могли решить моральную дилемму. Так, Николас, если этот поезд поедет вправо, то он собьет этих 5 людей. Но если мы отправим поезд влево, то там всего один. В какую сторону должен поехать поезд? Сюда. А вы знали, что в вашем организме есть одна, так сказать, плавающая кость, у которой нет связи со скелетом? Это называется подъязычная кость. И это единственная плавающая кость в теле. Я имею в виду, что она действительно не крепится ни к какой кости в вашем скелете. Понимаете, она просто болтается в вашем организме. Может показаться, что это видео в 12 кадров в секунду. Но если обратить внимание на поезд, то видео в 60 кадрах. Просто этот парень умеет двигаться так, будто 12 кадров. Как вы думаете, почему это письмо двигается? Да, вы правы, его хотели унести муравьи. Непонятно по какой причине, но эта лиса доставила почту к этому дому. Кто-то из пассажиров будет сильно материться при выдаче багажа. Недавно один астроном сделал видеозапись падающего метеорита. Все мы такое видели, но не все видели дым после него. Людям с арахнофобией не смотреть. Папа всегда покажет, как надо.
На этом все. Надеюсь, это видео сделало ваш день немного лучше. Очень скоро увидимся. Всем пока.